Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем нового Джеймса Бонда, агента 007. Давайте-ка посмотрим новобранец. Так, когда раньше не играли в боевики, выберите этот уровень сложности. Оперативник, выберите этот уровень, если у вас мало опыта в играх, в боевиках. Агент — опыт для игроков, которые не боятся трудностей. И... А тот еще даже не открыт. Закрыт. Ага. Ну вот оперативник. Вот так вот. Потому что в эту игру я не играл, поэтому не знаю, что от нее ожидать. Ну, вроде неплохая графика. 007, это срочно. У нас ЧП. Похоже, атака неизбежна. Чулки порвались. Когда вы приземлитесь? Посадка через 10 минут. У нас нет 10 минут. Спутник показывает подозрительную активность у яхты Греко. Вы должны быть там. Скоро буду. Сказали 10 минут. Летим в порт. У нас есть информация, что к Греко прилетела группа международных террористов. Это смертники. Они планируют нанести удар, когда фотограф будет делать групповой кадр. Мне не интересна ваша информация. Мы проверили Греко. Он международный бизнесмен и прилетел в отпуск. Сэр, его бизнес – торговля оружием. Он хочет, чтобы все главы государств, все члены двадцатки были уничтожены одним махом. Это ваши источники вам рассказали? Или просто женская интуиция? Южная Корея, Извольте Бразилия. Оставить мою интуицию в покое, генерал. Еще какие-то флаги. Фотосъемку надо отменить. Ясно? Заметил. Невозможно. Вы должны доверять мне. Это Южная Корея. Я способен обеспечить их безопасность. Пепси. Доверять вам? Я всецело положусь. Евросоюз. На Бонда. Давай, опаньки. Затяжной прыжок. Так. Я на месте. Удачи, 007. Так. О, так у меня еще патроны бесконечные. Судя по данным перехвата, противник вас не заметил. Судя по плану, каюта Грека находится на нижней палубе. Найдите его и предотвратите нападение. Так, ага, не приседает. На меня среагировала. Загрузили обманку в сеть полицейских видеокамер. Теперь мы невидимы. Хорошо. Продолжайте наблюдение за Акрополем. Бутылка. Ровно. Ва! На нижнюю палубу. Так. Но у меня... Где? Цели, задача. Остановите Грека и его подручных. Так. Ну-ка, давайте-ка в настройки. Настройки. Управление. Вот так. Да. Фишки. Ага. Пошли, тут никого нет. Дождемся приказа Греко и сделаем дело.
Где сопровождение? Они должны быть здесь. Возникла проблема. Думаю, нас встретят по дороге. Грека говорил с ними по телефону. Должны приехать. Мы одни не справимся. Вот так вот. Спокойно. Греко разберется. Надо включить новости. Проверить, что в остальном все... Пока нормально. Так, а задача-то какая? Остановить Грека и его подручных. Найдите Грека. Ага, все, понял. Угу. Понятно. Давай, давай, давай. Оружием заставлено то все. Двадцатка появится на ступенях Акрополя, чтобы сделать исторический кадр, который ознаменует начало саммита. Отвечай! Где мой вертолет? Где катера? Вот. Ты кто такой? Если я с ноги дверь вышибаю, тебе какая разница? Отзывай смертников, Греко. Все кончено. Один против 40? Смешно. Охрана! Убрать его! Не дай высунуться! Давай-ка. Вот так. Пока патроны есть, нормально. Ага. Понял. Пойдем тогда. Пройди на контакт. Ой-ой-ой-ой. Так. Преследуйте Грека. Давай сюда. Нет, ту, здоровую. Че, комплексы? Размеры, да? Поехали. Вертолет приближается. Грека катера. Он еще жив. Прикончить. Давай. Ой-ой-ой. Да, тихо вы, тихо. Мать его, вы что тут на меня устроили-то?
спокойно. Блин, давай, 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 давай. Блин, ненавижу гонки. На. Неплохо. Это я все устроил. Сколько людей там погибло еще? Он мертв. Работяг. Хватит терять время. Пора идти. Греко, сюда! Черт, остановите его! Мы едем к Акрополю! Бронированное окошко. У простой лодки с чего бы? С чего бы она взорвалась? Так. Пристрелите его. Пошел. Так. Ага. Вот так. А зачем мне поменять оружие? На. А где они? Так. Блин. На. Так. Ну и где ты? Блин, не приседает же. Надо остановить его! Пошел, пошел! Ага, вот так это действует. Все, понял. Я бы и так бы вас захренакал бы. Вау! Где-то, вон он. Охренеть. Вот так.
Так. Давай, где-то тут должен быть автомат. Вот. Все, пополнили. До полного магазина. Ого. Ого, ага. Где еще бомба, в шарфике? Последний шанс. Где она? Ты опоздал. А чё не пристрелил-то? М, сколько у нас времени? Мало. Съемка начнется с минуты на минуту. Давай. Охренеть, блин. Ага. Вот так, вот так вот по сюжету, значит, да? Бонд, вы его догоняете. Да подожди, догоняю. Не догнал же еще. Тараньте его, он не должен добраться до Акрополя. Но сначала... На месте. Задержите. Догнать надо. Знали, что будет фейерверк? Если честно, да. Как вы узнали? Совсем честно. Интуиция. Там горит нахрен все, машины, дым черный, блять, а это фейерверк, дебил какой-то. Рада видеть вас, 007. Я боялась, что вы не успеете. Значит, не я один. Вы молодец. Спасибо. Что вы будете пить? Будьте добры, бурбон. А что принести джентльмену? Для меня? Ему мартини с водкой. Спай вот меня. Ну что ж, я так понимаю, это начало и презентация такая была. Это же не вся игра. Bloodstone. Или Stone, как я не знаю. Но тем не менее, вот он, Джеймс Бонд. А ведь вроде убирал музыку-то. Да, по алмазам-то неплохо, опа. Брюлики полетели. Он красиво сделан, даже как мультфильм можно смотреть. Вот такой-то музон. Take
и к девчатам, ну конечно. Кому ж еще-то? Конечно, к ним. Ну давайте. Само собой, как без этого? Она обязана была там быть. Я удивлен, что еще одна. Да? Доброе утро, 007. После Афин я обещала вам недельный отпуск, но ситуация накаляется и требует вашего внимания. Вы можете говорить? Да, могу. Я в отеле. Буду в сети через минуту. Ну давай. Входим. Пароль. Вот и вы. Что вам известно о Midhurst Laboratories? Биотехнологическая компания находится в Лондоне, работает на военных. Не просто работает. 2 года назад Midhurst Laboratories подписали контракт, предметом которого была биотехнология для Министерства обороны. Эта информация совершенно секретна. Я понимаю. Хорошо. На той неделе их специалист Малкольм Тедвард пропал без вести на Ла-Манше. Сначала предположили, что он погиб. Его яхту нашли перевернутой после шторма. Но сегодня нам сообщили, что он жив и готовится продать информацию кому-то в Стамбуле. А ваш источник надежный? Нет. Анонимный звонок с мобильного телефона, купленного в Мадриде. Он уже отключен. Но вскоре система Эшелон США перехватила другой разговор. У стройки на окраине Стамбула упоминалось биооружие, исследование и пароль. Может, ловушка? Похоже. Может быть, это пропавший ученый? Совесть проснулась или передумал продавать секреты страны? Рядом с вашей гостиницей садится вертолет. Прекрасно. В аэропорту вас ждет самолет. Когда прибудете в Стамбул, сделайте все возможное, чтобы узнать, кто за этим стоит. И убедитесь, что результат исследования никуда не просочится. Вот. Животные. Давайте, станьте лучшим игроком в сетевых играх. Ой, смертельный выстрел гарантирует уничтожение врага. Хорошо. Отсканируйте улики, чтобы получить сведения о ваших врагах и месте, где вы находитесь. Вы можете установить свое местоположение с помощью смартфона. Ну давай. Доброе утро, 007. Мы нашли телефон, который засек эшелон, и проследили за ним до древних катакомб, расположенных под стройплощадкой. Мы потеряли сигнал телефона. Есть шанс, что вы сможете засечь его под землей. Отдел Q, конец связи. Так. Ага. Сам заходит. Эй, стоять! Куда собрались? Доктор Бонд? Британский музей. Фонд архитектурного наследия. Я должен провести проверку. Нет. Министерство культуры может подтвердить. Мне все равно. Я никого туда не пущу. Без каски. Конечно. Правило. Ну не при нем же выкидывать-то. На этой стройплощадке мы потеряли сигнал от Тедварда. Вам нужно выяснить, на чьей стороне этот ученый. Ищите улики с помощью смартфона. Давай. Мы скопировали жесткий диск. Передадим аналитикам. Продолжайте поиски. Да сейчас, подожди. Вот сюда. Слава богу, сканирование проходит быстро. Бригадир сейчас подойдет. Подождите его в дальней будке. Прошу. Хорошо. Вагончик прораба. Я думал, ковш зашевелится.
Сюда, сюда. Куда же еще-то? Вот так. Давай! Ну, что-то похоже я предполагал. Только думал, меня там ковшом захотят. Так, мне нужен автомат. Пока так. Я уверен, что мне тут как-то прыгать надо, нет? Вот так через стену захренакал. Так. О. А должен был вот в эту хероту стрельнуть, чтобы она взорвалась. Главное, чтобы никто другой в нее не стрельнул. Какое тебе подкрепление надо, я не понимаю. Так. Ой, у меня пистолет не бесконечный. Надеюсь, я тебя убил. Так. Ага, они еще и взрываться могут. Ну давай. Объекты, в которые можно выстрелить. Ну что, по итогу-то я вниз полетел? Это неправильно все-то. Понял. Иду в катакомбы. Ты что это такое? Контрольная точка. Эй, иди, помоги мне. А, чего надо? Босс приказал. Так. Чтобы не осталось никаких следов. Следов? Чтобы его нельзя было потом опознать. Никаких отпечатков пальцев, слепков челюсти.
Нет уж, Дотки. Я не буду вырывать у него зубы плоскогубцами. Что там? Один убегал! Охренеть. Так. Что такое? Доктор С. Джаспин, руководитель биоинженерных исследований в университете, пропал без вести 3 недели тому назад. Предполагалось, что он сбежал с одной из своих любовниц. О его исследованиях известно немного. Предположительно, он занимался проблемами стабилизации биологической смеси для их транспортировки. Причина смерти – пулевое ранение в голову. Ага. А, я только начал, видимо, вот поэтому... Ага. Все, понял. Мы выставили оцепление вокруг катакомб. Последний туннель заблокирован. Есть так держать. Отбой. Так, осмотрите туннели. Я буду ждать здесь. Есть, сэр. Опа. У кого у вас? Давай, дойди. Нужно подкрепление. Вижу цель. Он меня видел. Сорян. Так, ну-ка, давайте-ка осмотримся. Ага. Так. Чтобы поезд смог проехать. А стрелка-то у него там, по ходу дела, да? Где переключается стрелка? Где-то тут. Где ты? Вот так. Нифига не так. Так. Ага, а я, оказывается, так. Ну-ка. Так. Переключите стрелку, чтобы поезд мог проехать.
Понятно. Пойдем стрелки переключать. Можно было здесь полазить, да, их повырубать якобы. Так. Так, это что, я получил неприятное известие о том, что события в Стамбуле развиваются недостаточно быстрыми темпами. Возможно, я недостаточно четко поставил задачу и используйте любые методы, чтобы получить нужную нам информацию. Думаю, вы наслышаны о том, насколько эффективный я использую клинок для достижения своих целей. Выполняйте свою работу и молите, чтобы мне не пришлось писать вам еще раз. Понятно. Так. Так. Телефон работал как передатчик. Попытки установить местонахождение получателя данных не увенчалось успехом. Сигнал передавался через несколько спутников. Судя по всему, прием данных осуществлялся где-то на территории Китая. Ага. Стрелку переключил. Да хрена туда пойду. Нормально. Вот теперь можем и поговорить. Где ты? Ага. А вон он ты, мой хороший. Блин, ни хрена себе, не попал ни разу. Все погибли, нужна помощь. Так. Высуни. Вот так. Эти туда вниз сорвались, блин, надо было сразу туда вниз отправлять. Тут все дело сделано, все легко и просто. Вот. МП5. Вот так.
Смотрим. Да вроде нормально. И этих порешал. Давай. Поехали кататься. Сюда. Теннер, я в катакомбах. Можете навести меня на сигнал Тедварда? Конечно. Достаньте телефон, на нем показано, где Тедвард. Вы выйдете прямо к нему. Давай. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!